Міні-футбольны клуб «Горкі» першым з прадстаўнікоў вобласці пачаў барацьбу за Кубак Беларусі. На сваёй пляцоўцы наша каманда сустракалася са старажылам вышэйшай лігі сталічным «Дынама» БНТУ. Ці атрымалася «Горкам» стварыць сенсацыю, раскажа Ілля Собалеў. Лідар першай лігі «Горкі» і аўтсайдер элітнага дывізіёна «Дынама». Супрацьстаянне гэтых каманд спецыялісты і аматары пасля назвалі самым цікавым у стартавым раўндзе. Да матчу прадказаць фаварыта пары было складана. Ну, я думаю, что сегодня «Горки» выиграют, потому что у них сильный состав, хороший состав. Ну, думаю, что должны занять первое место, там, когда они играли на большом поле, они выигрывали там всех. И поэтому я думаю, что сегодня «Горки» победят. Ну, мне кажется, что выиграют все-таки высшая лига. Какой счет там, не могу сказать. Ну, небольшой так, 1-2 мяча может быть выиграть. Дебютные хвилины показали, с представником высшей лиги можно гулять. И самое главное, его по силах перемагать. Большую частку сустречи «Горки» володали перевагой. У голевой перестрелцы на крок напереди были господары. За пару хвилин до конца матча клуб с Могилевской области вел 4-3. У них больше желания было. Вот. А у нас, ну, как водится, всегда внутри, как не выбивай из молодежи, что ну, легкая не доигранность. Надеяться, что здесь будет какая-то легкая игра, это нереально. Кубок, он есть кубок. Гости пошли на рызыку. Замена галкіпера на полевого игрока себе оправдала. Ничья 4-4. Мясцовые болельщики и футболисты стали рыхтаваться до овертайма. У той час, как «Динамо» протягивала гулять. За секунду до сирены столичный клуб вырвал перемогу. Я считаю, что не хватило просто немножко везения. Насчет уровня, конечно, команда равная, ничем они там нас не удивили. Просто стечение обстоятельств, это футбол. Ну а в концовке там, может, где-то даже и сами подрасслабились. Зараз «Горкі» засяродзяцца на першай лізе чэмпіянату Беларусі. У гэтым сезоне каманда сярод лідараў турніру і блізкая да таго, каб у наступным годзе апынуцца ў эліце. Ілля Собалеў, Віталь Алексеенка, «Навіны рэгіён».